Всем привет подписчикам и тем, кто любит природу. Сейчас я вам хотел показать в действии одно приспособление, которое придумал сам. Это стакан для сбора ягоды. Ягоды можно собирать любые, начиная от крыжовника, облепиха, ирга, кроме малины, пожалуй. И вот таким вот образом срывать, то есть вот стакан подвожу, и у нас ирга в стакане. Вот подвожу стакан, вот она веточка висит, и собираю ягоду. Она уже давится. Вот стакан завожу и тяну. Стакан завожу, тяну. Вот еще у нас веточка. Значит, заводится в устройство и срывается. Вот он, стакан. И тяну. Вот веточка хорошая. Стакан обрываю. Иногда срываются веточки. Но это уже потом при переборке. Вот ирга, значит, стакан тяну, вот на самой верхушке, то есть наклоняется ветка, и чтобы ее оборвать, я просто завожу ее в стакан и тяну на себя, завожу, тяну. И таким вот образом мы можем существенно быстро увеличить сбор ирги. Потом, когда ягоды набирается полный стакан, его нужно пересыпать. Вот она у нас вся в стакане. Вот отборная ирга. Точно так же можно собирать и крыжовник. Шиповник можно собирать. Вот стакан для сбора ягоды. Делается из пластика. Люди предлагают деревянные. Но я просто пластик, в котором вырезал вот эти окна, горячим ножом. Горячим ножом и заход. Спасибо всем за внимание. Пользуйтесь этим приспособлением. А собирать ягоду можно любую. Достаточно быстро. Подписывайтесь на канал. До свидания.